Это лайв. Мы подготовили самую подробную информационную картину дня. Американская авиация разбомбила школу для девочек в иракском Мосуле. Об этом заявили в нашем генштабе. В западной прессе об этом, конечно же, ни слова. Там рассказывают только об успехах армии Ирака и международной коалиции. Мы внимательно следим за обстановкой в районе Мосула. Пока заметных успехов коалиции по освобождению этого города от террористов ИГИЛ не наблюдается. В то же время имеются многочисленные факты нанесения авиационных ударов коалиции, возглавляемой США, по жилым кварталам, школам и другим зданиям гражданской инфраструктуры, как в самом Мосуле, так и в других населенных пунктах иракской провинции Найнава. При этом жертвами таких действий только за последние трое суток стали более 60 мирных жителей, в том числе дети. Ранения получили свыше 200 человек.